Ребята, всем привет! Сейчас вам покажу Варфоломея. Вот он. Все уже его знают. Выловил я его из 5-литрового аквариума. Вот. И сейчас повезу на рынок, отдам там, где я его покупал, в стаю. Пусть его там, может быть, продадут кому-то, может быть, он там будет жить. Вот. Решил его отдать, потому как он начал истреблять уже креветок, чериков вот тут. Вот, поэтому отвезу его на родину, сейчас поеду. Думаю, он не сильно расстроится. Друзья, в общем, Варфоломей удачно был сдан. Ну, заводчику не получилось сдать, а отдал там мужику на базаре, который тоже разводит этих и продает микроразбор. В общем, Варфоломей отправился, скажем так, быть витриной. Его продавать не будут, он будет на витрине, потому что он действительно красивый. Вот. Также вот было куплено, в пакете плохо, конечно, видно. Не знаю, как показать лучше. В общем, два фильтратора, ребята, я купил. Это из новинок, вот. Так что посмотрим, а вдруг попадется самка и самец, будет интересно. Может быть, я их буду попробовать размножать. Вот как-то так.